Обычно я начинаю с того, что просто сажусь за компьютер и начинаю подбирать какие-то инструменты. Сначала ищу какую-то петлю основную, потому что очень важно в музыке то, что тебя цепляет. Надо сначала найти то, что тебя зацепит, а потом уже от этого отталкиваться. Я дракон, как так? Она голая. Контакт, скот течет, водопад. Рэп, шмэп, бабак. Ее бути дает по шарам. Кот, но по сарам. Наблюдаю вокруг, по сторонам. Пилю ее пополам. Ее пополам. Ее пополам. Пилю ее пополам. Пилю ее пополам. Пилю ее пополам. Пилю ее. Я сначала ищу то, что меня может зацепить. Будь то инструмент, будь то это какой-то вокальный сэмпл и что угодно. Без разницы. Главное, чтобы зацепило. Бит на самом деле очень простой. Ничего сверхъестественного в нем нет. Создавал я его из вот таких вот компонентов. Сэмпл оригинальный звучит так. Я закинул тот сэмпл, запитчил его, накинул на него, там, по-моему, у меня висел дилей, реверб и сатуратор. Из этого всего получился вот такой сэмпл. У меня стоит вот такой эквалайзер с вот такими обрезными фильтрами. Потом идет сплит стерео от Waves. Он частотно вырезает и раскидывает их в левый и правый канал. Ну, то есть, такое вот своеобразное, непонятное стерео создает. И вот такой фильтр после этого всего идет. Далее я прописывал бас. Бас звучит вот так. Бас самый обычный, 808 сэмпл. Сатуратор стоит, тейп, потом пультек, соточку на нем вот прибавил для жирности. Потом Airbus тоже чуть-чуть примешал, 50. И все это закомпрессовал LA to A, чтобы ничего не выпирало никуда. Кик 1. На нем висит пультек, накручена тридцаточка. Далее идет снейр клэп. Так вот он звучит. Состоит он из трех частей. Первая звучит вот так. Вторая звучит вот так. И третья так. Третья такая больше как подушка. Каждая из них добавляет какие-то свои интересные частотки. Все это я закинул в группу. На группе у меня висит вот API 500 с вот такими вот поднятиями частот и обрезанием 50. Потом идет вот такой вот фильтр. Head. Такая вот партия. И все это закомпрессировано вот так вот. В начало весь минус я кинул в группу. И на группе добавил вот такую вот автоматизацию. Лексикон концерт холл. Вот. То есть для такого более концертного начала. Ну и в конце. Я взял просто весь минус, отстрейчил, так сказать, его. Сделал его медленней оригинального темпа. Ну, это, в принципе, все, что касается минуса и каких-то там дел с ним. Бит, это понятно, а очень важно, что сделал артист. Артист сделал так, что этот бит зазвучал.
потому что будь любой другой, непонятно, было бы это так или нет. Так за июлем июль, так за июлем лью через догон. Все, расход по домам.